80-летняя пенсионерка погибла в пожаре в Кирове. ЧП произошло в 3 часа ночи 14 марта у 39-го дома по улице Мопра. На месте происшествия побывал наш корреспондент Сергей Пичугин. Пожар уничтожил все, что находилось на балконе. Столб густого черного дыма поднимался до верхних этажей. Из-за этого закоптились другие квартиры. Стены и потолок в подъезде также потемнели от пожара. Соседи были напуганы и боялись выходить на улицу даже после того, как пожарные уже полностью пролили очаг возгорания. По словам очевидцев, в квартире жила 80-летняя женщина. Жильцы рассказали, что она была не в себе. Ночью пенсионерка попыталась развести на балконе огонь, но в итоге на ней загорелась одежда. Также воспламенились вещи и отделка балкона. Женщина погибла на месте происшествия. Следственными органами Следственного комитета России по Кировской области по факту пожара, в результате которого погибла женщина, проводится доследственная проверка. В настоящее время следователями назначены экспертизы с целью установления причин пожара и с целью причин смерти данной женщины. По результатам проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Как выяснилось, огонь на балконе разгорался постепенно. Вскоре он охватил все помещение. Пожарные сначала потушили пламя, затем выбросили обгоревшую мебель на улицу. Предварительная причина ЧП – неосторожное обращение с огнем погибшей. Впрочем, ОНД и Следственный комитет рассматривают и другие версии случившегося. Сергей Пичугин, место происшествия.